Боец ММА, избивший в Москве студента из Дагестана, получил тюремный срок – 4 года и 3 месяца. Такой приговор накануне вынес Хамовнический районный суд столицы. Напомним, на Амира Абумуслимова в мае этого года в парке напал незнакомец, его ровесник Анвар Басиров, который оказался профессиональным бойцом. Молодой человек получил сильный удар по голове, впал в кому и пробыл в ней несколько месяцев. Сейчас он заново учится разговаривать и ходить. Талантливому студенту-медику предстоит долгая реабилитация. Помимо реальных сроков заключения, суд приговорил обидчика к выплате компенсации на сумму 600 тысяч рублей. По словам адвоката Амира, материальную часть приговора они намерены обжаловать.